Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео хочу сделать коротенькое по проекту Магнит. Я недавно зашла в проект, ко мне пришли партнеры. И у меня как бы важные новости. Я слежу за новостями ВКонтакте. У меня там чат есть. Вот. Обращаюсь к своим партнерам. Кто не заходит в кабинет, вспоминайте. Заходите в кабинет и проверяйте. Значит, обращение такое. Смотрите. Новости. Срочно проверяем кабинеты. Кто пополнял баланс, должна быть строчка «Активирован уровень номер 1». Если пополняли баланс, а уровень не активирован, пришлите мне свой email и логин в личное сообщение. И вот координаты оставлены. Срочно до 12:00 по московскому времени 14.11.19. Далее пойдут активации следующих уровней. Вот эту надпись я скопировала и оставлю в описании под видео. Значит, смотрите. Регистрации на данный момент недоступны. Вот я нажимаю «Регистрация». И у меня надпись «Ведется активация аккаунтов». Пополнение кабинета также недоступно. Так, переходим в кабинет. И я вам сейчас покажу. Значит, немножечко тут все изменилось. Вот. Значит, смотрите, у меня баланс изменился. И написано «Активирован уровень номер 1. Мест занято 2. У вас должно быть также активирован уровень 1. Обратите на это внимание. У кого нет такой надписи, значит, пишите, вот я оставлю координаты, вот, чтобы все было изменено. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Будем следить за новостями. До новых встреч!